В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Твери продолжаются работы по ремонту улицы Трехсвятской. В этом году реализуется второй этап проекта и будет отремонтирован участок от бульвара Радищева до улицы Симеоновской. Напомним, по итогам рейтингового голосования главная пешеходная улица областного центра набрала наибольшее число голосов и заняла лидирующую позицию в перечне общественных территорий для благоустройства в следующем году. За нее проголосовало более 5000 человек. О том, какие сейчас проводятся работы на главной пешеходной улице Твери, рассказываем в следующем сюжете. В настоящее время подрядчик завершил на объекте работу по демонтажу плиточного покрытия. Началась прокладка кабельных линий наружного освещения. После этого сразу же будет приступать установка системы видеонаблюдения. Были проведены подготовительные работы, которые включают в себя установку временного ограждения. Также был уже произведен демонтаж тротуарной плитки и сделана выемка грунта для того, чтобы в последующем уже подготовить основание для новой гранитной плитки. На работу выделено более 70 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Закончить благоустройство планируется к 1 сентября. Работы будут проведены от участка бульвара Радищева до пересечения с улицы Симеоновской. Работы включают в себя следующие этапы. Первый этап – это демонтаж тротуарной плитки и, соответственно, грунта, после чего устройство нового полотна из гранитной плитки, брусчатки, а также бортовых камней, озеленение территории в виде посадки кустарника, установка и устройство новых водоотводных лотков, переоборудование колодцев с заменой всех необходимых люков, переоборудование самого электроснабжения с установкой новых опор освещения, а также установка малых архитектурных форм. Напомним, в настоящее время продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», начиная с 2025 года. В перечне для голосования представлено 9 общественных зон, расположенных во всех районах Твери. Выбрать территорию для благоустройства можно до 30 апреля на сайте 69.городсреда.ру.